Урожайный сезон – так назывался конкурс среди зрителей телеканала «Регион-29». На ваших фотографиях мы увидели немало плодов дачных трудов. Итоги подведены, и пора вручать подарки. Первое место по количеству набранных лайков заняла Ольга Терюмина из Коряжмы. На ее огороде вымахали кабачки причудливой формы, из которых вышел замечательный компаньон ребенку для принятия солнечных ванн. В подарок – мультиварка. На втором месте Виктория Вашукова из Плесецкого района с гигантскими томатами необычной раскраски. Для вкусных блюд дарим мясорубку. А это Наталья Илясова из Северодвинска, которую мы поздравляем с третьим местом в нашем конкурсе и лично вручаем подарок от Регион 29. Вот такие модные весы. Огромное спасибо, очень приятно. Скажите, почему решили принять участие в конкурсе? Ну, по долгу своей работы я педагог, а все педагоги – творческие люди. И участие в конкурсе – это всегда очень интересно. Поэтому, увидев такую заметку, решил поучаствовать. Надеялись ли на победу? Вот третье место – это ж здорово. Ну, конечно. А как же играть, значит, до конца? Отметим и фото Галины Тихоновой – четвертое место по набранным лайкам, а также Натальи Ильиной – пятое место. Всем спасибо за участие и новых дачных побед в следующем сезоне.